Мы очень часто думаем, что для того, чтобы помочь нашему ближнему в разных его бедах, для этого нужно быть богатым человеком, имеющим какую-то власть. На самом деле, наши мудрецы, благословенных память, научили нас чему-то другому. Тот, кто принимает всякого человека с радостью, с улыбкой на лице, даже не давая ему денег, но как будто напоил его стаканом молока. Более того, сказали нам, что когда мы помогаем бедняку, то тот, кто дает ему монету, благословляется семью благословениями. А тот, кто улыбается ему и говорит ему приятные слова, благословляется 11 благословениями. Видим, как велика сила простой улыбки, как много мы можем сделать нашему ближнему, улыбаясь ему. Так давайте мы с вами будем улыбаться друг другу и вспомним простую детскую песенку, которая пелась. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. И про это нам сказали мудрецы, что это как добро, которое делал Рама Вину, которое катится по всему миру. Мы встречаем человека, которому тяжело на сердце, мы улыбаемся ему, и говорим ему приятные слова. После этого он улыбается еще кому-то. Тот человек улыбается еще кому-то. И так в заслугу одной нашей улыбки и приятных слов весь мир ходит веселый, радостный и улыбается. Так давайте будем улыбаться.